высказываться о постепенном переходе всех государственных услуг в электронный формат. В будущем с помощью отпечатка пальцев распознавание станет возможным получение госуслуг. Это уже международный опыт. В Дубае, когда я ездил, там в аэропорту, куда заезжаешь, то тебе сразу уже начинают сканировать до зрачка. Да. Не надо бояться, это даже облегчает, да? Да, это облегчит работу госкорпорации, во-первых, там нагрузка снизится до 70%. Ну, не то, что госкорпорация, мне кажется, человеку простому. Да, просто физическое присутствие не нужно. Да. Скоро будем ходить, нас так по глазу раз, и все, и не нужна рука вообще ничего, нигде расписываться, да? Сейчас руки и так уже не двигаются, иногда хочешь что-нибудь написать, а она уже не слушается. В целом, если говорить по услугам, наши услуги оказываются не так уж и долго. Но если брать комплекс услуг, то есть я захотел открыть аптеку, написал одно заявление, и все. И уже госорганы и те услугодатели, которые мне нужны, они сами ко мне будут обращаться для того, чтобы меня заинтересовать, чтобы я вложил свои деньги, чтобы я открыл рабочие места и начал свой бизнес как можно быстрее. Получается, вот 44 услуги оказываются посредством смс-паролей. То есть многие, наверное, сталкивались с тем, что это так замудрено, вот эта электронная цифровая подпись. И я, мне кажется, думаю... Да, мы отобрали самые наибольшие востребованные услуги, 44 справки различные виды справок. И они доступны сейчас также доступны через Telegram-бот. А Telegram еще развивается, да? Да, Telegram-бот. Просто регистрируйтесь, ставите свой электронный почту, на которую, куда будет приходить СМС, готовая справка. То есть это вот, кстати, вот ответ на то, что многие спорят, нужно ли регистрировать телефон именно за физическим лицом. Нужно. Вот мне кажется, вот в этом плане это большой плюс. То есть зарегистрировал свой номер, и ты все, тебе не нужна вот эта электронная цифровая подпись. Это много вообще меняет, облегчает жизнь простому человеку. Сейчас еще интересный момент рассказал Мейерман. Оказывается же, корейцы были удивлены той процедурой, которая у нас сейчас происходит в электронном формате. Это по рождению ребенка. Да. Активно позвонился. У нас можно получить сразу 4 услуги. Это свидетельство о рождении, регистрация по месту жительства, пособие. И этот опыт понравился корейцам. И у них там в слайде тоже было указано, что они уже... То есть ты скажи, что они были удивлены, что у нас вот это внедрилось, а у них, оказывается, этого не было. У них не было. Они вот в течение месяца, наверное, как мы съездили, они сделали себе тоже такую же. То есть уже кое в каком-то моменте мы уже являемся примером для более развитых стран, да? Да, таких противных услуг в мире нет, мы тоже говорили, других тоже, в Китае тоже нету. Поэтому зря мы иногда порой ругаем. И не замечаем вот этих новых, хороших нововведений по цифровизации. Понятие биометрические данные, это будет где-то с бортом, то есть мы планируем, что уже с этого года мы сейчас документы приводим определенно в порядок. У нас в ЦОНе гражданин по своему желанию, то есть отдельно, без получения услуг, то есть он отдельно может обратиться и сдать свои биометрические параметры для того, чтобы он мог уже авторизовываться на портале электронных процессов по своим биометрическим параметрам, управлять своими персональными данными, какие-то действия. Многое упрощает вообще абсолютно. То есть мы поэтому планируем это внедрять. Мы не будем заставлять граждан, это будет абсолютно по его желанию. То есть если человек захочет, грубо говоря, использовать вот такие параметры, то он сможет их сдать. Смотрим и думаем, вот что вроде бы.
встретил своих подписчиков. Блин. Вот я, кстати, женщина сглаживает любую серую массу. Она... Смотрите, да, значит, мои влоги? Ну, конечно. Вообще монтаж влога, вот, 5-минутный, у меня иногда 5 часов, 5-6 часов уходит. Поэтому у вас качественный материал. Поэтому сижу иногда до поздней ночи. Но, с другой стороны, это немножко стимулирует. Знаете, я даже пересматриваю, да, и мне прямо, знаете, вот настроение меняется. Даже дышишь по-другому, да? И взгляд на мир меняется. Этого и добиваются же. И вот после таких слов, конечно, и начинаешь все-таки... заряжаться тем, что все-таки не нужно отходить от темы, показывать позитива, да? Потому что негатива очень много. Да. Да? Наоборот, надо позитив показывать, что прекрасное есть, да? Потому что люди все равно... Негатив мы и так щелкаем, как семечки постоянно. Чуть телевизоры включи. Везде включишь, везде такие новости. А нужно позитивно заряжаться. И когда это смотришь, это прям с таким наслаждением. Как все-таки хорошо, да? А то, что было, это можно было просто вычеркнуть.